тут, короче говоря, ну, приходишь, нахуй, в это, в штаб, блядь, контракт кончился, типа, блядь, это незаконно. Ну, уедешь потом отсюда, нахуй, подашь в суд, им похуй. Тут вообще беззаконие, нахуй, полнейшее, тут пиздец, что творится, нахуй. Ну, ты, нахуй, иди, брось этот, как в штаб, иди в город, брось, нахуй, оружие, скажи, да идите вы, нахуй, я буду тут сидеть, в казарме где-нибудь, где там, блядь, есть там расположение, скажи, идите вы, нахуй. Надо найти хорошего фобоса с России. Я ему нахуй всю подноготную солью, что тут за пиздец происходит нахуй. Чтоб он нахуй тут и своих же ФСБшников нахуй, и командиров, и хуиров всех нахуй пересажал. То есть получается, это что, удержание, незаконное удержание человека, это получается вообще, да. Это, блядь, киднеппинг нахуй, это терроризм, блядь. Похищение, удержание, блядь. Я тебе говорю, тут такое бэство происходит, это просто полный пиздец. Вообще, ну, не только у нас, вообще просто тут блядство такое, потому что ебалась она в рот, это вот, нахуй, все. Зато вчера, блядь, по телевизору, какую красную речь толкал, ебать в рот, охуеть. Какой-то, нахуй, антитерроризм, хуизм, хуета все это полнейшее. Народ они, блядь, хотят сберечь мирный. Я не буду, блядь, хочу высказаться, но боюсь, нахуй, меня потом за это посадят, нахуй. Даже не афган, не вот этот тоже беспонтовый, которая, нахуй, никому не нужна была. Это еще хуже, нахуй. То есть там, короче, та земля, нахуй, никому не нужна. И люди, которые там, тоже, нахуй, никому не нужны. Тут ничего, нахуй, никому не нужно, это просто геноцид. Просто ебучий геноцид, нахуй, от силы народа, нахуй. Это огромный полигон. Где, нахуй, весь мир, нахуй, испытывает свое оружие, нахуй, меряется хуями. А нам преподносят, блядь, что вот они, давайте, идите. Я так понимаю, что потери у нас там тоже все равно огромные, нахуй, огромные потери. Не, ну, 200-х как бы не так дохуя. Ну, блядь, ну, 300-х, просто... покалеченных, похуеченных, я не знаю, пачками, нахуй. Ну это только у тебя 200-х мало, блядь. А представляешь, вон, я вот просто смотрю под Бахмутом, там просто пиздец, там, блядь, такая мясорубка идет, нахуй. Ну, блядь, вот то, что, нахуй, по телевизору пиздят, мы, блядь, красавцы, мы за мир, нахуй, за все прочее, блядь. Мы, блядь, народ защищаем и бла-бла-бла, бережем, пытаемся людей. Все это полнейший пиздеж. Прям вообще. Это не пыль в глаза, нахуй, это кирпичи прям, нахуй, в глаза. Будет то, что все, которые отсюда приедут, нахуй снесут все эти военкоматы и правительственные здания. Будет как в 93-м году, нахуй. Армия, нахуй, развернется. Да только тут это, нахуй, будет, никому, блядь, не нужно. Когда это будет? Блядь, если эта хуйня не прекратят стараться, то уже скоро, нахуй, просто и хохлов реально в Кремль мы сами проводим. А дурачки там, добровольцы поехали, да, блядь, за родину воевать, блядь, людей спасать. Да, блядь. Получается, что так, да, как дураков, блядь, на убой повели, нахуй. Да, просто да. Я, ну, как бы, блядь, я думал, что, ну, реально там, блядь, ну, не хватает сил. Объявили мобилизацию, думал, ну, нихуя себе, столько народу, значит, есть чем биться, есть какие-то стратегии. Нет, нахуй, так же просто в посадке бросили, нахуй, сидите. Просто, то есть, ну, получается, новое мясо привезли для обстрела, чтоб целей было больше для артиллерии, все. Вот, которые все есть, вот, вокруг меня, я знаю, мобилизованных, по пальцам, нахуй, одной руки можно пересчитать, кто где в боевых действиях, когда-то что-то участвовал. А сказали, да, в первую очередь пойдут, нахуй, ребята, нахуй, с боевых действий, там, все, с боевым опытом. Бла-бла-бла, блядь, в возрасте там от и до, нихуя, тут и выше 35, и выше 40, нахуй, есть, мобилизованные. Да, я говорю, если сейчас в ближайшие пару месяцев Вовка эту хуйню все не предотвратит, пизда ему будет. Дай бог просто, если он свой пост досидит президентский. Это вот просто будет, ну, блядь, самое, нахуй, лучшее для него, если его и вовсе, нахуй, не пришьют. Ну, я думаю, что он готовит пути уже к отступлению, блядь, и по съёбам, чтобы съебаться.